Всем привет, вы находитесь на моем канале, с вами Алексей, и сегодня у нас будет распаковка телефона Sigma X-Style 18 Track. Давайте же рассмотрим саму коробочку, название, 1000 мАч аккумулятор, 2 сим-картки, цветной дисплей и радио. С этой стороны у нас ничего нет такого, здесь тоже название, снизу у нас пишет срок службы и условия сохранения. Сам телефон очень легкий, выглядит как очень дешевый и чувствуется в руках. Далее у нас гарантийный талон, зарядочка microUSB, кабель не отсоединяется, даже вскрывать ее не буду. Так, что еще у нас есть? Хочу, кстати, обратить внимание на то, что Sigma зажала в комплект поклеить нормальную пленку на дисплей. Они клеят цветную с принтом, а можно было поклеить обыкновенную прозрачную, так бы было больше пользы. У нас мануал. Допуск про ответственность стандартом, фирменный гарантийный талон и бумажка от аккумулятора. Аккумулятор там 1000 мАч, держит хорошо. Если вам понравилась данная распаковка, ставим лайки, подписываемся на канал, соберем 10 лайков хотя бы, я сделаю на него нормальный обзор. Всем удачи и всем пока.